Дорогие коллеги, дорогие друзья, добрый день. Мы продолжаем цикл интервью с руководителями секций и симпозиумов, которые пройдут в рамках международной конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста». В этом году конференция впервые пройдет в онлайне, и сегодня я рада побеседовать с Анной Николаевной Якшиной, младшим научным сотрудником лаборатории развития ребенка Московского городского педагогического университета. Анна Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Анна Николаевна выступит руководителем симпозиума, посвященного игре, игровой деятельности в дошкольном возрасте. Анна Николаевна, расскажите, пожалуйста, какой аспект, эта тема очень широкая, какой аспект игры вы планируете раскрыть на симпозиуме? И коротко расскажите нам, пожалуйста, что же в симпозиум войдет. В этом году от нас ушли Лена Евгеньевна Кравцова и Лена Олеговна Смирнова, ученые, исследователи игры с мировым именем, но остались их идеи, концепции, ученики, и мы задумали этот симпозиум как такое место встречи и осмысления идей, потому что важно, чтобы идеи оставались, развивались и ложились в основу новых исследований. И в самой детской игре очень важна совместность и диалог, и основная идея этого симпозиума это именно пространство встречи и обсуждения подлинной игры, условий для ее развития и то, на каком уровне, в каком состоянии сейчас находится игра в детском саду. Расскажите, в каком состоянии она находится, ведь игра является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте, и в программу детского сада это включено, и, насколько я понимаю, довольно широко реализуется. Какие там есть проблемы, и почему ученым важно обсуждать эту тему? На самом деле сейчас есть такая острая проблема такого разрыва представления о игре, да, декларируется ее важность и ценность, но, с другой стороны, исследования показывают, что уровень игры детей в детском саду низкий, и среда не поддерживает детскую игру. И мы видим одну из причин этой проблемы как раз-таки непонимание, что же такое подлинная игра, потому что часто в детском саду подлинная игра замещается псевдоигрой, да, под директивным руководством взрослого, и мы видим то, что в культурно-историческом понимании игрой совсем не является. И, на наш взгляд, решение этой проблемы может как раз-таки находиться в пространстве диалога между исследователями и практиками. И поэтому мы приглашаем в этот симпозиум поучаствовать в нем исследователей и практиков, и всех, кого волнует, удивляет, восхищает и зажигает подлинная детская игра, и кто хотел бы научиться ее видеть и понимать, какие условия можно создать, чтобы поддержать ее развитие. Анна Николаевна, большое спасибо. Уважаемые коллеги, я присоединяюсь к Анне Николаевне, приглашаю вас к участию в симпозиуме. Симпозиум пройдет 11 декабря с 15 до 17 часов в зале номер 2. Мы приглашаем вас к активной регистрации и участию в мероприятии 10-я международная конференция воспитания и обучения детей младшего возраста. Анна Николаевна, спасибо вам и до встречи на мероприятии. Спасибо. Приглашаем всех неравнодушных к детской игре. До встречи на симпозиуме. Спасибо, друзья.